10 000 раз спасибо. Привет, друзья! Я Георгий Альфредович, и вы на канале «Я Бородач». Не, Жень, не так. Здорово, бродяги! Приветствую, мои цифровые друзья! С вами Альфред Гамарджоба, Жора Имбирный, Гоша Козырный. Так, все, давайте, ладно, собрались. С вами Георгий Альфредович, и вы на канале «Я Бородач». Привет всем! Чему я все это веселье делаю? Да все просто, ребята, друзья мои. Количество подписчиков на нашем канале перевалило за 10 000. И именно этому судьбоносному событию я и хочу посвятить это видео. Первое, что хочу сказать, это спасибо всем. Спасибо за то, что в этом мире дефицита внимания вы отдали свое предпочтение и время именно нам. И я вместе со всей командой постараемся и дальше делать классный и полезный контент. Но сегодня хочу рассказать, и что самое главное показать, что оставалось за кадром. Понятное дело, что у нас не все получалось с первого дубля. Заключение? Сейчас как четенько, как боженька поймают. Заключение? Вся косметика сертифицирована и упакована. Взять, например, Америку, Европу. Да не знаю, что ты хочешь от меня, погоди. Я все понял, я перепишу, я гениально перепишу. Все? Видео, которые посвящены сталлингам, укладка не всегда с первого раза получалась идеальной. Воспользуемся расческой. Я в восторге, очень рекомендую. Что было или еще что-то сказать? Говно. А вот вам необычность. А вот вам легкий шухер на голове. Вообще полный говно. Я не вижу, он там сыпется. Не понимаю. Запорол, Жень. Запорол так кусок. Что я должен был сейчас сказать? И добавится такой... Что добавится? А еще мы иногда забывали выключать звонки мобильных телефонов во время съемок. Если начать с самого начала, то слово «барбершоп» по этой причине число общественных бань росло с каждым годом. Да, да, опять, да, я сейчас. Сейчас. Алло, да, алло. На связи Владислав Викторович, давайте, там где-нибудь в кустах. Да, здравствуйте, да. Вот так и живем. Но все это безумие стало возможным только благодаря нашей прекрасной команде. И я с большой гордостью хочу вам ее представить. Катя! Это Катерина, украшение нашей съемочной группы. Познакомьтесь. Она снимает, монтирует все видео, которые выходят на нашем канале. А вот вторая часть нашей команды. Женечка, беги сюда. Это Евгений. Это Ребята. Евгений. Он ведет наш YouTube-канал, Да. И сейчас вторая часть нашей команды. Это Евгений. Женя! Он ведет наш YouTube и занимается всей продюсерской волокитой. Работаем! Здорово, ребята, еще раз всем. Смотрите, это наша студия. Здесь высоченные потолки, смотрите. Чего только нет. Всяческое компьютерное оборудование для монтажа. Это все для того, чтобы все снимать и делать классно. Катюша, ты где? Привет, Кать, привет. Катенька, смотрите, Катенька, что делаешь? Вот, Катенька устанавливает аппаратурочку. О, Женька,
Все, давай, хватит. Куда заниматься? Да, ну, давайте, куда идти-то, куда? Посылай. Вот, вставай сейчас. Это все для вас, весь этот цвет. Пардон. Да, готовимся. Вот так, чтобы снять один 5-минутный клип, примерно 2 часа уходит на установку всей этой аппаратуры, на установку света и прочее. Это, в общем-то, совсем не легкий процесс съемок. Все, отключай, попробуй. Так, прощаюсь с вами на этом объективе. Перехожу к другому. Что я могу сказать? Я очень рад, что наш скромный труд находит признание на необъятных просторах Ютуба. Очень часто в видео я говорю, что вокруг нашего канала собирается именно вовлеченная и думающая аудитория. И это не пустые слова. Комментарии, которые вы оставляете, совершенно точно говорят именно об этом. Под видео, где я рассказываю о том, как с гордостью носить чисто бритую голову, вы пишете: «Пришел посмотреть, как растет борода, ушел менять жизнь». Видите? Или вот, например, так. Совершенно удивительное откровение под видео о масках для волос. Бывшая девушка свою банку с маской для волос оставила. Мой уход теперь – это шампунь, кондиционер, маска раз в неделю. Как только я рассказываю, как пользоваться феном и сушить макушку, тут же прилетают вопросы, например, о том, что делать, если у меня 2 макушки. Под видео, в котором рассказываю о дредах, вы просите совет о том, что делать, если опасные дреды плохо заплели. Тут главное в том, что как только я решил, что рассказал совершенно обо всем, вы тут же даете стимул, что мне самому еще учиться и учиться. Вот так, ребятушки. Иногда вы спрашиваете о моей скромной персоне, например, что за очки я ношу, как называется моя прическа или каким парфюмом я пользуюсь. Я всем с радостью отвечаю и делюсь. В этом вообще нет никакого секрета. Иногда вы говорите, что я уложился как старый черт. Но это правда. Я, в принципе, старый есть, года называть не буду. Покраситься как дурак или у меня нет вкуса, не стиля. А оно тут, как говорится, знаете, в старом анекдоте, всем не угодишь. Рассказывать не буду. Он весьма пикантный. Я его оставлю на потом под видео в комментарии. Ну ладно, хватит мне болтать. Давайте еще немножко дублей, которые не вошли в чистовой монтаж. А, все? Поехали, да? Оп-оп. Прислушайтесь ко мне и покупайте верные вещи. Какие верные вещи, Пашка? Так, не тарахтим громко, шепотом. На место? Идем? На место. Да. Зато они не мокнут. Это ж не будет в кадре, правда? Нет, правда? Нет, не будет. Что, как? Давай, перечисли. Как правильно мыть голову? В нижнем меню... Ты туда завалил, мне кажется. Ра-та-та-ра, ра-та-та. Он перестраивается под любые нужды группы. Что? Что? А какие? Давай, раз, два, три, погнали. Сейчас как запишу. Вот такие вот хохмы, конфузы. Еще раз хочу сказать всем, ребятушки, огромное спасибо каждому из вас. А это значит, мне нужно сказать слово «спасибо» 10 тысяч раз. И, кстати, я, наверное, могу это сделать, но, опять же, в лучших традициях Ютуба это видео должно набрать 1000 лайков. Баш на баш, как говорится. На этом у меня все. С вами был, как всегда, Георгий Альфредович. А вы на канале «Я Бородач». Пока!